животинки. Мусора набросали, как обычно. Так, ну там кто-то уже присел. Мусора, конечно, тут надо какую-то Витю попросить, чтобы выкопали на въезде яму, чтобы они сюда не могли заезжать, только кроме нас. Чтобы... Блин, животное. Мусор такой плохой. Где-то блокировка моя лежит, выпавшая из машины. Так, пытаемся объехать. Чтобы вам что-то показать. На что-то наехал, звук такой. Пинсгауэр пока на месте. Ага. Вот и первое приключение. Вот в чем проблема. Нашел место, но машина очень серьезная. Машина очень серьезная. Я думаю, что пилот очень серьезный. Я думаю, что может получится раскатать и пробить. Клиренса хватает. Ага, звуки от Пинсгауэра. У него воздушные тормоза, я, наверное, не в курсе, да. Сейчас уже точно понятно. Миша борется. Но не сидит. Клиренс бешеный. Клиренс бешеный. Ему его хватает. Все по правой стороне. А тут, видите, такое... Аж камыши выросли. Заболоченное место. На вид вроде ничего особенного, но провалился хорошо тут. Леню мы как-то шишигой тянули. Ну, красивый аппарат. И такой построенный, видите, как сразу линия высокая такая бортовая. Ну, погода просто как под заказ. Такое, кстати, серьезный штурман нелегкий вышел. Может 100 килограмм и решить. А ну... не пробует Миша больше. Лебедка. Но он не тяжелый, видите, сразу вышел, сразу. Буквально чуть-чуть надо было. Ну тут колея жесткая. Сейчас я попробую по ней, кстати, проехать. Да, дождь поливает, видите, жесткий. Бывает, да, проехал. Я даже не провалился, колеса широкие. Я не провалился, блин. Снимать было нечего, Андрюху попросил. Ну да. Да, очень интересная машина. Очень интересно. Вы видите, сколько воды по сравнению с тем, что было буквально там, когда мы катались, там месяц-полтора, не помню уже. То есть вообще воды не было. С водой красиво. Андрюха сзади очень красиво идет.
пока все очень уверенно чувствуют себя. Тент новый пошили вроде, или был он, не помню. Давайте покажу, как самурай едет. Олег стесняется чуть-чуть бочком. Или не хочет задерживать колонну. Но я думаю, что он тут проедет везде, наверное. К сожалению, красивую фотографию тяжело делать через стекло. А кадры на самом деле яркие. Всей банды. Не знаю, тут ездил ли тут танк, но там видны были следы. И по колее, по которой я шел боком, центральной лужи первого участка, очень похоже. А вот тоже тут похоже на... Так, Олежек. Ха-ха, бочком. Но чем дальше, тем сложнее там будет боком ехать. Будет перекос больше. Посмотрите, как даже темновато как-то, хоть и день. Такое впечатление, вроде вечереет. И тут мусор. А вот и забор стрельбища. И домик. Так, кто-то мигает. Андрюха просит его пропустить. Ну, красиво все, красиво. С погодой очень повезло. В среду я вот ехал параллельно дорожкой и плакал. Вот тут она идет параллельная. Переживал, что до субботы может высохнуть танковая. Но ничего, все хорошо. Ничего не высохло, наоборот даже. Посмотрите, какой пар идет от впереди идущих. Ну тут сейчас начинаются самые яркие места. Ёханы бабай. Миллиметраж. Чуть Олега не вклепал. Второй. И тут уже самая красота начинается. Андрюха сейчас будет исполнять. Обычный Гудрич 33-й, такой подтертый, далек от идеала. И все равно чуть-чуть водички, и он чистится и едет. Уникальная шина по универсальности. МТ, да, не АТ. Он и раньше на них ездил, но... Просто у вас с блокировками и военными мостами, на который не навешан лишний вес, это то, что доктор прописал. Так, не пойму, Олег едет или сел. Вроде едет, не едет. Ну, вот это начинается самая жесть. Что вам сказать, сегодня все подготовлены просто на редкость автомобили, никто... Посмотрите, как тут классно. Никто не тормозит колонну. Тут с водой, я думаю, будут все ехать. Без воды было тут сложнее. Вот этот переезд, где выбрасывают мусор животинки. Так, Олега не вижу. Вон они поперли. Кто-то там остановился уже. Не, самурай едет, все четко. Все четко. Олежек спустился. Так, нет. Первая одна пониженная.
Сейчас я его впущу вперед, и вам будет интересно. Самый большой и самый маленький мы будем замыкать колонну. Показал ему, что въехал. Посмотрите, как валит. Гляньте, и тут еще даже мусор. Как они сюда его довезли? А вот дорога сбоку. Извергер. Что у людей в голове должно быть, когда они такое делают? Да, в цивилизованном мире просто еще деньги заплатили. И мусор переработали. Сделали торпеду на БМВ, наверное. Так, ну все валят по-взрослому посередине просто. Что тут такое? Олег отпускает его, дает, чтобы была возможность для маневра. Внимание, никто не застрял, сколько едем. А, Пинцгауэр, ну там такое место символическое. Застрял, и то не по-жесткому. Надо было спереди обогнать и спереди снять все это, всю эту красоту. Сзади Олег вроде отстает, а так я не могу догнать даже. Так, ну тут глубокое очень место. Подсел, не подсел. Это обратите внимание, он после всех едет. После всех, после всей жести. Упало дерево. Пока очень легко и быстро все. Аж неинтересно. Тепло плюс 10. Тут в резерве есть болото еще, там где Леня тестировал его в прошлый раз, которое мы искали. Там, где 12 маньяков передают привет Бородачу в Америку. Есть такое видео на канале. Заходите, посмотрите. Ну, очень классно, смотрите, вообще. Наполнилось, все наполнилось водой. И продолжает наполняться. Кто-то нашел место для вывоза опилок, и нам дополнительное препятствие. И
тут и стекла есть. Вот животинки. Стекла, конечно, не в тему. Вот и все. Два куска танковой на одном дыхании. Легко и непринужденно. Вот тут танки разворачиваются. Ну а мы едем на третий участок, который был высохший напрочь. Ну сейчас там должно быть четко. Андрюха нашел тут оффроуд себе. Блокировки как четко работают. Раз и поехал. Уже их бы не было, уже бы никуда не ехал.